На приусадебном участке это 15 метров открытый огонь, ну, соответственно, в котлованчике 30 сантиметров копается, метр чистится, все нужно очищать вокруг и сжигается. С владельцами частных домов спасатели встретились в Кусуново. Это популярный микрорайон областной столицы. По последним данным, в нем проживают официально почти 100 человек, но с наступлением дачного сезона это количество значительно возрастает. Во время профилактических бесед огнеборцы напомнили людям о безопасном поведении в период противопожарного режима. В это время запрещается разведение костров и приготовление пищи на открытом огне. Не допускается устраивать свалки горючих отходов на земельных участках, в том числе на территориях населенных пунктов, садоводства и огородничества. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на здание сооружения необходимо обеспечить своевременную очистку прилегающих к ним территорий. Палы травы наносят существенный вред природе, хозяйству, здоровью людей. Практически все такие возгорания происходят по вине человека. Однако многие владельцы частных домов продолжают легкомысленно относиться к этой проблеме. В таком случае за нарушение правил безопасности предусмотрено ответственность. С 10 апреля в Владимирской области устанавливается особый противопожарный режим. В этот период увеличиваются штрафы за нарушение требований противопожарной безопасности. В отношении нарушителей физических лиц штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей. Для предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей. Для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей.